Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть в The Forest. Выживать на острове. В общем, смотрите, уже вот так построил. За кадром уже и там кое-что сделал стенку. Здесь уже возвожу. По периметру, в общем, уже я уже все как бы наметил. Теперь только вверх растем. Ворота, правда, я еще не намечал. Давайте вообще посмотрим, как ворота получатся. Так, вот это убрать пока мешает. Что самое интересное, когда я... Так, не здесь. По-моему, вот здесь. Да. Когда я строил вот эту стенку тут делал, вон там намечал... Прошли там, наверное, день или полтора дня. Аборигенов вообще не было. Вообще. Ни одного. Так. Стоп. Вот тут как бы щель получается, да? А если вот чуть-чуть... Стой, стой, стой. Во. И вот как бы... Сюда немножко... Блин, оно... А оно не получается. Ну да, тут какая-то вот ерунда получается. Вот, а не, в принципе, вот так нормально. Вот так нормально. Так. Осталось только наметить ворота. А, значит, я все время забываю, куда они открываются. Внутро... Ладно, давайте, чтобы не переделывать, я все-таки сбегаю, посмотрю на ловушки. И пока я здесь, давайте я... Стой, блин. Раз. Ну, смотри, здоровый какой. Три штучки. С собой туда захвачу. Белка. Белка прыгает, но она мне не нужна, она слишком маленькая. Чтобы с ней заниматься. Так, сейчас я быстренько посмотрю, как на ловушке сделано. Вот эти палки, они внутро или наружу должны быть? Так, они внутро, и тогда дверь открывается как бы наружу. В общем, они должны снутри быть. Внутри Колизея должны быть. Тогда ворота открываются как бы на улицу. Все. Ясно и понятно. Мы сейчас, знаете, как туда доберемся? Хотя, ладно, хотел залезть. Создание туда сега... А, не, у меня туда не идет, у меня в другое место. Мы сейчас вот отсюда. Так, погнали. Внутро они должны смотреть. Значит, переделываем, видите? Нужно внутро. Нет, погоди, еще раз. Так, теперь с этой стороны. Вот так они должны быть. Отлично. Вот ворота вот так будут. Сколько надо? 11. Всего 11 бревен надо. Там пока не буду намечать, чтобы не конфликтовало со столбами. Когда столбы построю, тогда уже намечу. И тут же надо будет еще сделать... Лестницу заход. Так, тут есть хорошие две елки. Давайте пока это парочку-то я так срублю. Сам, как говорится. Вот кто смотрел мое прохождение, первое по The Forest, там есть похожая постройка, супер огромный Колизей.
Блин, олень, олень. Эх, спугнул. Хотя нет, он еще тут. Он еще тут. А... Стой, 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 стой. Дайте простой. Простой как уходит, уходит. Мне нужно просто мясо заготовить. Блин, я уже давно не кидал. Держи. Отлично. Мясо надо заготовить. Так, забрали. А, блин, голову. Голову, конечно, можно тут где-нибудь приделать. Но да ладно, пока не буду заниматься. Так, буквально не хватает одного бревна. Вот маленькое дерево, давайте его сейчас срубим. Тут будет буквально 2-3 бревна с него. Отлично. А, кстати, тут же дождик сейчас идет, а у меня, по-моему, этой... Все. Ну-ка, могу я сделать? У меня при себе есть? Да, есть. Бежим. Дождик еще... Что-то капает еще. Давайте я здесь поставлю эту. Для воды. Для воды. Палок нету. Блин, вы серьезно? Блин. Здоровье чуть-чуть повредил. Потому что пока идет это строительство грандиозное, я в дом особо бегать не собираюсь. Мне нужно прямо тут на стройке жить. Чтоб не бегать туда-сюда каждый раз. Все, вот как говорится, и спать здесь, и еда здесь. Блин, а у меня еды при себе столько, что ее даже вывесить негде. Подожди-ка, может быть, вяленые. Во, отлично, сейчас смотрите. Раз, два, три. А сюда мы повесим... сырые куски мяса. Вот так. Ну, вроде все. Вяленые, да, все. 4 куска вяленых, нормально. Надо, кстати, это... Энергетик, нет. Лечебный набор. Есть. Подкрепился. Так, ну что, давайте я продолжу строить. Буду строить сейчас теперь в творческом режиме. Так, я вот по мелочи сам сделал. А глобально, конечно, придется строить в творческом режиме. Да и тем более, скоро уже темнеть начнет. Давайте, погнали.
Так, это я пока оставляю, пока заполнять не буду. Ну вот так получается. Давайте поедим. Что самое интересное, мутантов и людоедов, этих аборигенов, уже давно не было, уже дня 3-4 их нету. Как-то так вот получается. Нужно теперь будет только вот здесь еще перемычки эти наметить. Но это уже потом. Может, за кадром намечу. Хотел с этой стороны еще лестницу. Хотя, может быть, вот здесь можно. Широкого пролета нету, как там. Вот чуть-чуть пошире бы. Чтобы кругаля не бегать. Вот тут, получается, в распор неохота ставить. Кстати, ну-ка. А вот здесь... В распор тоже. Во, можно отсюда, чтобы, если что, изнутри подниматься. Понадобится переходить временно вот здесь, поставить лестницу, но потом это как бы леса все еще. Я тут не цепляю, вроде нет, все цепляет. А, блин, зря я поставил, ее придется ломать. Перемычку не смогу сделать, перемычку не смогу поставить, придется ломать. Что-то я не подумал. Ладно. Потом уже снесу после сохранения. Так, вижу зайца и ящерицу. Тихо. Есть такое дело. Стой. Есть. Чуть-чуть поохотиться. Потому что мясо уходит тоже довольно-таки быстро. Отлично. Несем сушить. Да, вот здесь может тоже понадобиться лестницу сносить. Но мы сейчас протестируем. Сейчас вот здесь вот попробуем. Здесь-то чуть ниже столбиков она. Лесенка-то это. Ну-ка. Если я захочу здесь протащить. Видите, она цепляется. Ну, могу, да, видите. Могу. А вот там уже нет, там не смогу. Там она даже выше столбиков, она за них будет цепляться и не даст. Нормально разметить. Придется сломать ее сначала. Тут, кстати, черника есть и еще один зайчик. Оп. Так, ну, блин, прыгать-то здесь опасно. Как бы ноги не сломать. О, нормально. Во-первых, уйди. Сейчас я хочу черники здесь набрать еще. Так. Отлично. Все, да? А, не, вот. Вот еще. Вот теперь все. Так, закрывай. И также нужно будет придумать освещение. Освещение, знаете, как хочу протянуть? Вот от крайних столбов, вот видите, крайние столбы. Нужно будет протянуть по кругу, наверное, также сделаю. И вот от этих столбов. Из бревен надо протянуть. Блин, а вот уже это надо было делать, но я что-то прозевал этот момент. Ладно, придется уже выше ставить.
А вот здесь можно заранее протянуть. Как бы столбики наметить для освещения. Давайте попробуем это сделать. Идем в раздел... Не-не-не. В раздел пола идем. Да, погоди. Не то нажал. Блин. Плохо тут видно, чтобы зацепить. Так. Я никак не пойму, за что он цепляет. Вот. Если вот так зацепить, три, а он не цепляет. Три не цепляет. Ну-ка. Блин. Ну ладно, давайте так попробуем. Как бы куда люстры цеплять хочу. Попробовать так. Дальше мы ведем. Блин, нет, здесь торчать будет, это не должно быть. Так, ну вот так вот натянул. А, сделал, но я так посмотрел, низковато. Все-таки лучше делать чуть выше будет, вот буквально на один камень по высоте. И повыше сделаю, и тогда будет нормально. Вот так вот сделать по кругу, такой вот, где люстры будут для освещения цепляться. Уже темнеет. Так, а где это? Как ее убрать? Почему я не вижу... Значка убрать, что за дела? Возможно, после перезахода в игру она появится, этот значок, потому что нету. Здесь вот есть, а здесь я почему-то... А, вот он. Есть. В прыжке убрал. Как-то так. И так будет, ну, планирую в три яруса. В три яруса поднять. Так, арена будет. На этом все, ребят. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.